Ко дню эколога в Кронштадте стартовал проект «По следам Кронфеста». Организаторы подготовили для детей и взрослых ряд необычных выставок. Работы французского художника и архитектора Жюльена Сало, объединенные в серию под названием «Звездная арахния», известны уже и в Европе, и во многих городах России, а сейчас представлены в Музее истории Кронштадта. Фото и видеоматериалы сняты с использованием ультрафиолетовых лучей и чувствительной к ним паутины. Работы Сало пробудут в Кронштадте до 3 июля. Во время первого фестиваля большой фургончик ездил на побережье и вывозил строительный мусор для создания арт-объектов. Проект акцентирует внимание на сохранении окружающей среды, точнее на вторичном использовании бытовых отходов. Вторую жизнь могут обрести и осколки ненужных предметов. Необычные существа, слепленные из старых шин, битых фар, кусков водосточных труб и другого мусора. Эта часть экологической экспозиции будет открыта в течение всех летних каникул.